Привіт усім! Ви дивитесь Weekend Express, в ефірі рубрика «Автопаті». Тиждень закінчився, але вечірки продовжуються. І в понеділок ми завітали до нічного клубу «Студія 54», де відбувалося «Ставпаті». Зустріч усіх працівників шоу-бізу міста Кривий Ріг. Як вони відпочивають, у вас є нагода подивитися. Привіт. Ну, розказуй, як взагалі виникла ідея зібрати усіх разом на одну вечірку? Чи важко було це зробити? Это стоило всего лишь объехать мне 2 недели по клубам, по барам, по ресторанам нашего города, с каждым отдельно познакомиться, каждому вручить став-карту. Понедельник – это у них выходной. Все работают, а они отдыхают. Почему бы людей не собрать в одном клубе, не создать домашнюю атмосферу? Планується це кожний понеділок, такий східняк? Да, такий сходняк у нас буде кожен понеділок. Буде закритого типу вечеринки, за деньги входу не буде. У кого є клубна карточка, він має право з собою привезти ще 5 своїх друзів. Чи часто тобі вдається відпочивати і як саме ти це робиш? В принципі, девіз у мене такий, я взагалі по натурі роботоголік. Днем працюю, ночью працюю, сплю, ну сплю 3-4 часа в сутки, ну 4 часа в сутки, ну 5 это максимум, но это очень редко бывает, в принципе. Здоровье пока позволяет, пока есть возможность, надо работать. Работайте. Скажи, як ти взагалі відпочиваєш? Ну, как бы с ночной жизнью пытаешься в свой выходной выбраться в какой-то клуб и хотя бы не стоять за пультом, а просто расслабиться и просто посидеть и действительно почувствовать себя нормальным белым человеком, отдохнуть, а не работником. Как тебе сегодняшняя вечеринка? Вечеринка очень даже удачная, очень хорошо. То, что у нас такие вечеринки все-таки существуют в городе. Чи будешь ты сегодня чимось здивувати глядачів? Нет, я приехал сюда отдыхать. Я отдыхаю не часто, отдыхаю дома. Потому что все остальное я работаю, это клубы. А люди приходят в них отдыхать, а наша с тобой профессия обязывает работать ночью. Поэтому в ночных клубах мы работаем. Ой, должен тебе сказать, что таких вечеринок как таковых давно уже не было. Да их вообще, в принципе, никто, наверное, не делал. Если делал, то это не совсем получалось. Сегодня, наверное, ничем своим присутствием, как и все здесь присутствующие. То есть мы все друг друга рады видеть, и каждый друг друга удивляет тем, что он сегодня сюда пришел. Потому что немного наше уже надоело. Сегодня я зустрел Бату, офигенных пацанів, друзья Кузя тут, Вэб, ну это просто респект. Вы знаете, вот не было электричества и 2 дня провел с любимой девушкой. Просто вдвоем поиграли в снежки, попили пиво, просто порадовали жизнь. Приятно, что заехал, меня узнали, подарили карточку. Но буду здесь чаще и согласен, нужно делать, нужно. Ну, очень много-много пью, очень. Ты сегодня пьешь? Да, я сегодня только приехал, надеюсь, сегодня меня вынесут отсюда, надеюсь. Тем более, тут одни алкоголики собрались. Да, я думаю, надо по-любому делать, потому что на самом деле мы выходные дни мы работаем, и у нас нету дня, которые все наши артисты, допустим, арт-директора, пиджеи, официанты, без разницы, которые в ночной жизни живут, у них нету времени вообще встретиться вместе, пообщаться, что-то новое узнать о клубах, что происходит. Ну, нету возможности. А на этих вечеринках мы будем друг друга общаться, узнавать что-то новенькое для себя, для каждого. Да, я буду танцевать на барной стойке, скорее всего, голый. Сегодня можно. Отдыхаем, как сказать, пытаемся отдыхать.
но не всегда получается только потому, что везде всегда, даже в другие клубы приезжаешь, везде работаешь на работе, дабы посмотреть, у кого что-то лучше, принять опыт, там где-то поделиться своим опытом. В любом случае чувствуешь себя как на работе. А в принципе хочется, конечно, отдохнуть, и для этого мы приехали сюда сегодня на эту вечеринку, поэтому думаю, нам это удастся. Думаю, да. Будет весело. Я могу судить только, когда будет концовка вечеринки. Вот когда все уже конкретно пройдет, тогда я какие-то сделаю определенные выводы и, может быть, в следующий раз о своих выводах поделюсь. Да. Скажи «да». Да. Да. Времени особо немного на отдых, но вот хотелось бы вот таких побольше вечеринок, где действительно можно отдохнуть, вот шоу-бизу. Ну, честно говоря, напоминает встречу одноклассников. Ну, я отдыхаю от ночных клубов, отдыхаю в разных кафе, заведениях, потому что здесь, в ночных клубах, в основном постоянно работаю. Это вообще круто, реально очень классно. Если я отдыхаю, то это происходит, ну, максимум два дня в месяц. И в лучшем случае я вижу фотоотчет какой-то, ну и потом понимаю, что да, может быть, выходные прошли хорошо или плохо, но на самом деле, если отдыхать, то отдыхать по полной программе, вот так. Я думаю, еще ничего не начиналось, хочу подождать еще буквально часик. Я думаю, потом могу сказать свое впечатление о вечеринке. К сожалению, любой мой отдых всегда превращается в работу. Времени очень мало на отдых, всегда постоянно работаю, вот такая вот у меня... Даже Галина, вы почуваешь? Вы знаете, вот у меня сейчас такая фраза, с которой я сейчас всегда по жизни, работа у нас такая, отдыхать. Вот, так что мы отдыхаем, работая или работаем, отдыхая. Прекрасная вечеринка, огромная благодарность директору клуба, который это все придумал и объединил всех деятелей ночной жизни города. Так как все мы вот постоянно работаем и у нас нет времени даже на отдых. А сейчас по понедельникам есть прекрасный шанс собраться всем вместе, пообщаться, наладить какие-то связи, контакты в более дружеской обстановке. Едем далеко. Наш отдых заключается в релаксе. Уезжаем в другой город. Как по мне, нет. Мне не нравится, честно. Это не в моем стиле. И немножечко как-то здесь все слишком, знаешь, еще не насижено, наверное. Наверное. Может быть, потом будет попроще. Но сейчас... Мне не хватает просто... Мне хочется, чтобы было меньше пафоса, а было все поскромнее, но со вкусом. Все. Як бачимо, люди, які завжди створюють настрій для вас, також вміють чудово гарно відпочивати. Це була рубрика «Автопаті». Триває «Вікенд Експрес», і нам саме час повертатись до студії.